Игровая площадка. Смотрите, макака так прыгнула с клетки, что с нее слетели ботинки. Надеюсь, она приземлится на опилки. Смотрите, панда так прыгнула с буйвола, что с нее слетели ботинки. Надеюсь, она приземлится на мороженое. Смотрите, панда так прыгнула с буйвола, что с нее слетели ботинки. Надеюсь, она приземлится на опилки. Лев. У льва для равновесия арбуз и кусок сыра, а на голове он несет фен. У льва для равновесия арбуз и кусок сыра, а на голове он несет змею. Весы. Что весит больше, килограмм меди или килограмм перьев? Мартышка пишет свой ответ угрём. Что весит больше, килограмм меди или килограмм вафель? Мартышка пишет свой ответ ручкой. А весят они одинаково. Килограмм. Медведь. Чтобы расчесать шерсть, медведь взял щетку. Он чистит зубы огурцом, а для мытья лап использует мыло. Чтобы расчесать шерсть, медведь взял грабли. Он чистит зубы семгой, а для мытья лап использует яйцо. Слон. Ой, слон хочет съехать на ножах по горе меда. Осторожно, кругом тосты. Ой, слон хочет съехать на рыбе-угре по горе чипсов. Осторожно, кругом суслики. Вампир. У вампира растут перцы вместо клыков. Попробуйте найти его друзей, кабана-оборотня и зайца-мумию. У вампира растут клавиши вместо клыков. Попробуйте найти его друзей – вомбата-оборотня и питона-мумию. Пижама Сэм. Сэм крепко спит. Его постель – пуф. Сэм укрылся одеялом. Ему снится, будто его носки пропали. Сэм крепко спит. Его постель – пуф. Сэм укрылся одеялом. Ему снится, будто его носки танцуют. Ну что? Берем. Так, вот тут споете.